Лучших выпускников сегодня чествовали и в Гомеле. В этом году в городе 140 золотых и 27 серебряных медалистов. Праздник прошел в городском центре культуры. Всего же в этом году аттестаты о среднем образовании получат более 8700 выпускников 11 классов и около 14 тысяч о базовом. Много очень сложно, 11 лет. Пришлось учиться. Чего только не было, когда да. Иногда приходилось выбирать учебу, а не погулять или еще что-то. Да, ну практически всегда так было, конечно, но смогли. Торжество медалистов продолжилось исполнением школьного вальса, а небо украсили воздушные шары.